О планах на весенний призыв сегодня рассказали на пресс-конференции в ангарском отделе военного комиссариата. В армию в этом году должны отправиться чуть более 300 ангарчан. Это почти на полсотни меньше, чем в прошлом. Как сообщил начальник военкомата, жители Ангарска пополняют ряды вооруженных сил России регулярно и согласно заданному плану. Однако без нарушителей все равно не обходится. Количество граждан, которые уклонились от призыва, у нас 13 человек. Все материалы были направлены в следственные органы. По 12 человекам отказано возбуждение уголовного дела. Один человек было возбуждено уголовное дело и осужден. Это гражданин Иванишко за уклонение от службы в рядах вооруженных сил. Нежелание служить обернулось для юноши штрафом в 7 тысяч рублей и судимостью. Горе-призывник останется на свободе, но через 2 года ему все же придется надеть солдатские сапоги. К слову, этому парню несказанно повезло. По закону за уклонение от службы молодым людям грозят штрафы до 200 тысяч рублей и тюремный срок.